Хочешь задонатить в игру, но не знаешь, как это сделать технически? Здесь тебе поможет сервис Best Donate. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены, как для своих. Здесь ты можешь приобрести VIP-пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая только появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который только представлен в официальном магазине игры. У сервиса Best Donate уже огромное количество клиентов и положительных отзывов. И соответственно под него уже начали косить другие похожие сервисы. Ребят, единственные оригинальные ссылки сейчас у вас на экране. Все другие сервисы с похожими названиями, где это название меняется местами, либо дописываются какие-то буквы и так далее, это все фейки. Будьте внимательны. По всем интересующим вас вопросам пишите в Telegram Best Donate. Ссылка в описании. Всем привет! Первое число и у нас в игре появился новый герой месяца. И сегодня мы, ребят, быстренько по ней пройдемся, посмотрим, насколько она актуальна, где будет полезна, ну и, конечно же, попризываем и попробуем ее поймать. Ну и давайте начнем, собственно, с самого героя месяца. Зеленая пятерка, Ценисия, скорость маны средняя, окей, наносит 240 урона всем врагам. 240 со средней маны, не сказать, что это большой урон, но и минимальным его также не назовешь. То есть, ну, такой средний урон. Но у нее плюсы, что у нее талант маг, то есть, если на вражеских героях будут какие-то усиления, она этого урона больше нанесет. Ну и также пассивки, ей нельзя срезать атаку, отлично. И еще одна пассивка, если во вражеской команде не будет ни одного героя, ну, природы, то получается она сходу сразу получит плюс 25 к атаке. Ну и по мере того, как эти герои вражеские будут отлетать, вот этот баф к атаке будет уменьшаться. То есть останется 4 героя, будет плюс 20 к атаке, 3 плюс 15 к атаке и так далее. В принципе, пассивка неплохая, и с учетом вот этих всех, скажем, факторов, то урон у нее, ну, нормальный. Все враги получают минус 60 меньше здоровья при исцелении на 3 хода. В принципе, нормальный навык, но его можно снять, то есть некоторые хилеры типа профессорши, они его вообще никак не почувствуют, потому что у них чистка идет, ну, первее, чем от хил. А так, ну, нормально. Все враги получают урон 300 от кровотечения в течение 2 ходов. С героев льда этот эффект статуса снять нельзя, и на них он длится на 2 хода дольше. В принципе, неплохо, хоть и 300 урона это немного, но он привязан, да, к атаке, то есть в бою с отрядами он еще будет больше. Единственный здесь плюс, что вот этот дот урон не растянут по ходам, он будет наноситься за 2 хода, то есть, ну это плюс, а так могли и больше этого дот урона написать. И связь стихии дает плюс 10 к регенерации маны для всех героев стихии природы, тоже очень крутая связь стихии. В целом, ребят, обычный герой месяца, ничего такого сверхъестественного в ней нету, то есть, но и бесполезным этого героя также назвать нельзя, то есть, в принципе, пристроить ее можно спокойно. Ну и давайте попризываем, хотел я крутануть, ребят, x30 вот на этом событии, но у нас идет башня магии, поэтому знаете, как сделаем, давайте x20 на башне магии крутанем, ну и сезонный призыв также x20 крутанем и попробуем кого-нибудь поймать. Начнем мы крутить вот с этого призыва, здесь бы хотелось поймать, да, любого нового героя, если выпадет, уже будет отлично. А из старых бы хотелось поймать вот эту вот птицу. В общем, давайте попризываем, ну и посмотрим, кто нам выпадет. Полетели! И давайте первый призыв, вот с этого начнем, с фиолетового. Так, давай, Мортимер. Бальтазар, окей. Тройка. Опять фиол. И опять тройка. Так, ну короче, регулярные тройки что-то идут. Опять. Так. Пошли ивентовые. Герои. Опа. Давайте дальше с него крутить. Так, перешли уже на четверки. Главное, чтобы из старых пятерок, ну, вот эти вот раны Юнана не выпали. Потому что, ну, рана как бы есть, а Юнан, ну, и не нужен. Так, тройка. Понятно. О, нормально. Ребят, первая пятерочка есть. Еще и та, которую хотел. Так. Я даже не знаю, стоит ли дальше здесь продолжать крутить. Давайте. Четверка. Давайте все-таки чуть еще крутанем. Чисто до гаранта там как раз. Сколько там остается? 3 призыва. Ладно, давайте, короче, на магов перейдем. Ну и здесь уже начнем крутить.
Так, тройка. Но ивентовая уже хорошо. Опять регулярки пошли. Так, окей. Тогда уходим, идем сюда. Здесь Мицуку забираем. Так. И обратно магов идем. И давайте вот с нее. Так, Бекки, Сергей. Опять Фиол. Понятно, ладно. Продолжаем. И давайте вот с Бекки. Крутанем. О, герой месяца. Ну, отлично, смотрите. Пятерки идут. Это уже радует. Так, ну давайте из башни магии какую-нибудь еще пятерку. И вообще будет отлично. Четверка. Так, ну здесь, ребят, мне кажется, никакой пятерки точно не будет с магией. Маги вообще мне редко выпадали, так что... Даже не жду. Сколько там? 5 призывов остается. Зеленая четверка. Куча просто четверок. Еще один призыв за монеты. Давайте вот с нее. Понятно. Ну что, ребят, вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы выпадали нормальные герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения и всем пока.